повесть о любви, страсти и гнусном убийстве. Это песня о лучшей из мертвых невест. Она была краше и милее всех вокруг. Но странный субъект объявился вдруг. Он был мил, изящен, хоть пуст был карман. У него завязался с бедняжкой роман. Все, что было потом, это страшный секрет. Ими созданный план был прост и умен, и был никому не известен он. Замечу другое, и это важней. Было золото несколько фунтов долей. А потом? Время шло. А потом? А потом, детка, все охватил мрак. И вот она поняла, что мертва. Пропало золото, к чему слова? Она поклялась, лежа между гробов, что вернет ей свободу лишь большая любовь. Кто руки ее нежной попросит навек? И вот вы нашлись, молодой человек. Теперь вы с нею, и вы среди нас. А значит, закончен мой рассказ. Парочка.